Сегодня этот пляж завален грудой камней, а вода подступает чуть ли не вплотную к бетонной стенке. Позагорать и искупаться здесь крайне проблематично. Но арендаторы планируют чуть ли не за год превратить эту территорию в образцовый пляж, который не имеет аналогов ни в Украине, ни в Европе. И это все будет насыпаться. Вот здесь по центру будет находиться лифт электрический для тех, кому вообще даже по спускам будет тяжело двигаться. Они будут спускаться на лифтах. Будут, я вам даже покажу, как это будет выглядеть. Вот в данный момент, вот как оно выглядит. Здесь эти пандусы, подъезды, вот этот лифт. Я вам сейчас покажу основную картинку. Вот основная часть. Что мы планируем? Вот этот бетонный настил, где будет находиться люди, которым тяжело передвигаться по песку. С бесплатными шезлонгами. Здесь будут туалеты, медпункт, пандус, раздевалки. Вдоль всего всей подпорной стены будет идти навесы с топчанами. Осуществить проект Юрий хочет последние 2 года, рассказывает. За это время проконсультировались со специалистами и обществом людей с инвалидностью. Изучили европейский опыт и уже приступили к разработке технической документации. Одобряют идею и в Одесском горсовете. 2 недели назад выездная комиссия во главе с мэром проинспектировала пляж. И хоть впереди еще огромный объем работ, инициаторы проекта в своих намерениях тверды. Мы здесь не будем делать никакой торговли, никаких кафе, площадок там. Под предлогом мы делаем добрые дела, а потом начинают возводить совершенно другое. Нет, здесь будет сугубо комплекс отдыха, полноценный, со всеми возможными услугами для них, абсолютно бесплатными. Параллельно эти же арендаторы активно готовят соседний пляж к курортному сезону. Здесь наряду с платными услугами уже много лет существует инфраструктура для людей с инвалидностью. В этом году закупили 50 дополнительных шезлонгов, зонты, устанавливают настилы и 3 шатра. Подготовили специализированные туалеты, раздевалки и душевые. А 2 бичбоя готовы прийти на помощь людям с инвалидностью. Помогают спускаться, помогают выйти с воды, потому что у нас натягивается даже канат, по которому не спускаются в воду, по которому они выходят с воды. Также мы им предоставляем бесплатную водичку, бесплатный чай. Все, что мы хотим для них делать, они нам сами говорят, там, сделайте это, помогите это. То есть вопросов нет, и все это абсолютно бесплатно. Несмотря на то, что карантин и погодные условия слегка отсрочили открытие, стартовать здесь планируют уже в первую неделю лета. Лилия Горопашная, Константин Нищерец, телеканал «Репортер».